Внимание, дети! Сейчас по всей республике, как и по всей стране, в самом разгаре пропагандистско-профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма на дорогах. Как идет акция, каким образом призывают водители беречь себя и детей в Уйджигутинском районе, расскажет Ахмат Халкечев. Пропагандистские мероприятия не прерывались и во время летних каникул. Полицейские посещали детские летние лагеря, где в формате увлекательных игр проверяли уровень знаний и правил дорожного движения детьми. Именно во время таких мероприятий им более доходчиво объясняют, на первый взгляд, простые, но в то же время очень важные правила. Правила, которые сохранят им жизнь. Тебе нравятся вот такие уроки? Да. Почему? Они интересные. Собрались полицейские. Я узнал, что нельзя отвлекать водителя в машине. Нельзя его брать, дергать, если это твой папа. А то, если будешь так делать, Маш, в аварию попадешь. Еще надо обязательно когда-то в машине пристегнуть ремень. Почему? Потому что если без меня, он может резко остановиться, и ты можешь нос тебе сломать. Как могли организаторы сами убедиться, за учеников 3 класса 5 школы Уйджигуты они могут быть спокойны. Эти школьники показали, что теперь они и сами смогут провести ликбез по правилам безопасности дорожного движения. Ну а для водителей и родителей полицейские разработали памятки. В буклетах подробно говорится, как нужно вести себя на тротуаре, если он расположен поблизости с проезжей частью, и как можно перейти дорогу. Сотрудники останавливают автотранспорт, а их юные коллеги представляются и рассказывают о проводимой акции. Вежливо просят соблюдать правила безопасного движения. Здравствуйте, я юный инспектор движения. У нас проходит акция «Внимание, дети!». Мы призываем вас соблюдать правила дорожного движения при перевозке детей. Бдительными быть на дороге. Спасибо, будем. На этот раз убеждать водителей в необходимости обезопасить себя и маленьких участников дорожного движения вышел отряд ЮЕД. Как делятся полицейские, слово детей водители внимают лучше. За время совместной работы с нашей съемочной группой полицейским и их юным коллегам удалось провести профилактическую беседу и вручить информационные буклеты около 50 водителям. Из этой полсотни взрослых людей, и если даже несколько человек всерьез задумаются о безопасности своих детей, то наша акция не напрасна, говорят полицейские. После больших летних каникул и взрослые, и дети, можно сказать, что потеряли бдительность поведения на дороге. Целью данного мероприятия является напоминание детям, чтобы соблюдали те правила, которые призваны беречь их жизнь и здоровье. За 7 месяцев текущего года с участием детей в республике было допущено 40 дорожно-транспортных происшествий. В них из-за невнимательности взрослых оборвались 3 детские жизни. А 40 маленьких граждан были серьезно травмированы. Беспристрастные цифры статистики неутешительны и лишний раз подтверждают, что безответственных водителей пока еще непозволительное количество. Ахмат Халкечев, Аслан Баташев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугута.